Привет всем, кто сегодня заглянул на мой канал в поисках нового видео. Я очень надеюсь, что мы с вами интересно проведем время, тем более, что я буду отвечать на ваши вопросы. Некоторое время назад я попросила у себя в Инстаграм оставить под фотографией вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы. И на самом деле это видео не случайно. Дело в том, что на моем канале наконец-то количество подписчиков перевалило за 20 тысяч. Честно говоря, я думала, что этого никогда не произойдет. Потому как, признаюсь, стремления такого у меня сильно не было, что вот бороться за количество подписчиков и так далее. Мне просто было интересно делиться с вами своими мыслями, там, идеями переделок и так далее. А сейчас, посмотрев на канал и увидев, что у меня столько много подписчиков, я решила, что, наверное, имеет смысл отметить как-то эту дату, эту цифру. И, конечно, поблагодарить вас за доверие прежде всего, потому что я очень рада тому, что такая цифра, и для кого-то это покажется, да что такое 20 тысяч, да? Для меня это какая-то вообще колоссально огромная цифра. 20 тысяч – это правда много. Вот представьте себе, 20 тысяч человек стоят вокруг вас и готовы вас слушать. Это же здорово. Я понимаю, что все 20 тысяч меня вряд ли смотрят, и чаще всего люди подписываются, потому что зашли, единожды посмотрели какое-то видео, понравилось, человек подписался, и, может быть, следующие обзоры даже и не будут просмотрены, но тем не менее, спасибо, что хотя бы появилась такая мысль, и вы действительно подписались. Правда, мне очень приятно. И в связи с этим я решила, наверное, имеет смысл познакомиться с вами поближе. Тем более, что на самом деле даже в своих влогах я редко делюсь чем-то таким вот прям сокровенным. И вопросов наверняка накопилось даже у тех, кто давно со мной на канале. И тем более будет полезно, я думаю, услышать обо мне побольше информации тем, кто совсем недавно со мной. Поэтому спасибо всем, кто давно со мной. И приветствую всех, кто совсем недавно на моем канале. И давайте будем знакомиться. Значит, на моем Инстаграм, точнее в моем профиле в Инстаграм под фотографией мне оставили вопросы. Вопросов немного, слава богу. Я очень рада. Вот. И я постараюсь на них ответить вам. Начну я, наверное, ну, что называется, не сначала к, а наоборот. В общем, начнем с вопроса. Почему вы одеваетесь как женщина в возрасте? Вы молодая, красивая девушка, неполная. Одеваете эти балахонистые нарядики. Если говорить в двух словах, то на самом деле многим людям свойственно одевать ту или иную одежду, имеется в виду фасоны, там, да, оттенки, просто потому что людям комфортно. Вот представляете, так банально, мне комфортно. Я с, наверное, юношеских лет никогда не любила вот это вот все гипероблегающее, подчеркивающее что-то там, непонятно что. И вот, ну честно, я люблю наблюдать, как девчонки экспериментируют, одевают на себя вот эти вот, как они называются, платья-резинка там или что, как они называются, бандо. Я носила в свое время бандо, но с другими юбками. И да, мне нравится относительно обтягивающая одежда, но я признаюсь честно, я некомфортно себя чувствую в такой одежде, просто потому что она сковывает движение, она... Я даже не знаю, ну просто эта одежда не для меня, наверное. Я действительно не каких-то крупных габаритных размеров, и да, я могу себе позволить носить облегающие платья, но я просто это не люблю. А что касается балахончиков, ну я стараюсь обращать внимание на какие-то, скажем так, нюансы в плане подчеркнуть талию, там, да, что там еще. Но чаще, честно вам признаюсь, в силу того, что я не фэшн-блогер ни разу, вот совсем. И мой стиль одежды, это скорее обычная, вот, среднестатистическая девушка в возрасте 35 лет, которая, собственно, не так давно стала мамой. И, помимо всего прочего, основной акцент на моем гардеробе, в общем-то, это офисная одежда, потому как я руководитель и должна выглядеть соответственно. Я не могу прийти на работу в облегающем платье бандо, где будет подчеркнуто, выделена моя грудь, да, и там голые плечи и все такое. Нет, это вообще не для меня. И да, я должна одеваться прилично. Нет, на самом деле платье облегающее, это тоже прилично. Но вот как-то я не знаю. Все же мне кажется, что в наряде облегающем меня просто не будут воспринимать всерьез. Опять же, может быть, это мое внутреннее убеждение. Люблю я свободного кроя вещи, люблю, когда мне есть чем дышать.
а ничего не стягивает мои движения, не сковывает. Вот. И да, я люблю вещи свободного кроя. А может, кстати, все просто потому, что я по гороскопу рыбы, а вы не встретите ни одну рыбку, я уверена, которая бы носила очень облегающие вещи. Мы все любим преимущественно одежду свободного кроя, чтобы все было комфортно. Вот даже сейчас, да, на мне очень свободное платье-рубашка. И мне так комфортно. И с вами я могу разговаривать спокойно и не думать о том, что дышать нечем, кошмар, меня перетянуло. Это платье-резинка. Ну, в общем, как-то так. И да, кстати, честно говоря, я вот не соглашусь с тем, что сейчас мой гардероб какой-то возрастной. Ничуть даже. Я, наоборот, пересмотрела полностью практически все вещи. И да, вот раньше это был прям вообще... Я не знаю, какой-то катаклизм, катастрофа, как угодно назовите. Это был не гардероб, это был кошмар. И я часто задавала себе вопрос, когда пересматривала все это, чем я думала, когда я покупала вещь. А сейчас я стараюсь более рационально подходить к покупке вещей и, да, не забивать свой шкаф вот всем подряд, а именно искать те вещи, которые мне нравятся, подходят, и немножко привносить трендов, вот как-то, чтобы быть хотя бы вот в теме. Но тему гардероба мы с вами позже разовьем, потому что на самом деле есть о чем поговорить. Я уверена, что каждая из вас хотя бы раз сталкивалась с такой проблемой, как нечего одеть, ничего ни с чем не сочетается, куча шмоток в гардеробе и не знаю, что с этим делать. Вот, поэтому да, мне кажется, это вообще тема для отдельного видео, потому как я не фэшн-блогер и могу рассказать вам и поделиться с вами точкой зрения обычного среднестатистического человека, который как-то вот с этой проблемой разобрался. Да, вот. Поэтому давайте приступим к следующему вопросу. Что больше носить любите из одежды? Так, ну вот смотрите, долгое время мой гардероб был, наверное, перенасыщен такими вещами, как платье-футляр. Я почему-то считала, что именно это единственная форма одежды, которая подходит для офиса. И я совершенно забывала о том, что у меня есть жизнь помимо офиса, и в какой-то момент пришла к тому, что нет ничего, вот чтобы я могла одеть элементарно на прогулку с ребенком. Естественно, в тот момент я как бы и задумалась над проблемой переукомплектоваться. И я пришла к выводу, что, девчонки, вот если у вас есть такая в голове мысль о том, что я не буду носить платья, потому что они мне не идут, и я буду всю жизнь носить джинсы или брюки, и как бы все. Не заблуждайтесь. Серьезно. Я тоже заблуждалась вот именно таким же образом. Я считала, что брюки это идеально. При этом я миллион раз сталкивалась с тем, что с утра мне портили настроение вот те самые брюки, потому что они не так сидят. Килограмм плюс, килограмм минус. И брюки, в силу того, что должны сидеть идеально, они не всегда так выглядят на фигуре. И поэтому, да, портится настроение, когда выглядишь не так, как хотелось бы. Поэтому, поверьте мне, идеальный вариант, вот сейчас, во всяком случае, для меня, и это любимое для меня сейчас одежда, это платье-рубашка. Серьезно, я всем настоятельно рекомендую, присмотритесь к этому виду одежды, потому что платье-рубашка это самая универсальная вещь. Вы можете его носить как угодно. Хотите в виде платья, хотите в виде накидки, а хотите в виде удлиненной туники. Миллион вариаций всего с одной вещью, и это супер. И в моем гардеробе сейчас уже, наверное, 4 или 5 таких платьев-рубашек. Они разных принтов, немножко разных фасонов, но тем не менее это платье-рубашки. Это самая удобная вещь. Самое главное для меня сейчас это комфорт, и поэтому качество ткани играет важную роль. Я обращаю внимание на то, чтобы платье было из струящейся ткани все-таки, потому что именно она дает вот эту вот живость образу, что ли, вот на мой взгляд. И вискоза идеальный вариант для платья-рубашки. Да, немного мнется, да, но если у вас платье с принтом, то вы этого не заметите. Все будет супер, все классно. Слушайте, окна выходят во двор, и вот с открытыми окнами вести съемку просто невозможно. Но при этом, если я закрываю наглухо окна, мне становится дико жарко и душно. А, как найти компромисс? Многие говорят кондиционер, но, знаете, честно, я на работе очень часто, раньше, во всяком случае, находилась вблизи кондиционера. И вот поверьте мне, все лето все люди как люди отдыхают, а я без конца вот с соплями была. Так что побаиваюсь я этого дела. Ну да ладно, продолжим. Итак, на вопрос, что больше всего люблю носить, я вам ответила, это платье-рубашка. Как ни странно, это самая универсальная вещь для меня, вот прям два пальца вверх, честное слово, классная вещь. Что больше любите из косметики и уходовой? Если вот буквально в двух словах, то я бы сказала, у меня уже давным-давно длится мое помешательство на губных помадах. При этом я особенно, вот...
питаю неимоверную любовь к помадам матовым. Я даже объясню вам почему. Дело в том, что в силу того, что вот у меня такая внешность, да, как бы так помягче выразиться. В общем, у меня губы не имеют четкого контура. При этом постоянно пользоваться карандашами для губ, ну, надоедает. И как бы помада, вот поправлять ее 100-500 раз в течение дня, это вот прям раздражает, честно. Вот, и поэтому помада, конечно, очень быстро съедается. И это прям проблема. Или вот она начинает размазываться, контура губ нет, и поэтому, если даже жидкая помада, она может растекаться без карандаша. Вот с этой всей ерундой и фигней я в буквальном смысле замучилась. И попробовав единожды помаду, сейчас вам скажу, даже белорусская косметика, комплименте помады, в общем, серия комплименте, я покупала себе всю линейку нюдовых оттенков, потрясающая вещь, потрясающая. Но по прошествии времени я поняла, что останавливаться на этом не нужно, и я решила пробовать другие помады. У меня сейчас в коллекции их достаточно много, всяких разных, и самая комфортная на данном этапе для меня помада и по оттенку, и по текстуре, и по стойкости, вот такая вот, это помада от Maybelline. У меня самая любимая, вот она сейчас на губах, это оттенок 05, забыла, как называется. В общем, у этой помады реально, мне кажется, в составе есть суперклей, потому что ее вот вообще ничем не удалить с губ. Я использую миндальное масло уже вечером, когда снимаю макияж. И даже в этот момент очень тяжело она снимается с губ. Очень хорошо держится, прекрасно, не пересушивает, губы не убивает. Выглядит живенько, не как штукатурка. Шикарная вещь. Если вы еще не пробовали, попробуйте, правда, вам понравится. Вот, поэтому, да, любимые из декоративки у меня матовые помады, и сейчас это Maybelline. А из уходовой косметики я больше всего на свете люблю сыворотки. У меня терпения не хватает на долгое вот это вот ношение на лице какой-нибудь маски, размазёкать все это по лицу и вот сидеть ждать, пока все подействует. Не мое, вот правда, я пыталась. Или я ленивая, или я не нахожу такие маски, не знаю. Я больше всего люблю сыворотки, которые легко и быстро впитываются, прекрасно наносятся, и мне вообще все нравится делать буквально на бегу. У меня нет времени что-то там, какие-то процедуры долго делать, там всех уложить спать, а потом спокойненько идти до 3 ночи вошкаться в ванной, простите меня, мой сленг. Но честно, у меня ни сил на это нет, ни времени, поэтому да, сыворотки, я удаляю макияж с лица, наношу сыворотку увлажняющую, у меня самые разные, я больше всего привыкла, наверное, пользоваться сыворотками от Yves Rocher, и они идеально, идеально мне подходят. Я знаю, что у меня с утра нигде не выскочит прыщик какой-то или еще что-то, какое-то покраснение, шелушение, именно потому, что я к этим сывороткам давным-давно привыкла. Кожа моя привыкла, наверное, к ним также, и поэтому неожиданностей нет. Все замечательно. Кремами не пользуюсь принципиально, потому что в большинстве своем они на основе глицерина, а он плачевно сказывается на качестве кожи. Во всяком случае, на моей. У меня комбинированный тип кожи, и стоит мне намазать на себя жирный крем, как 100% утром у меня что-нибудь вскочит в самом неожиданном месте. Поэтому вот не люблю неожиданности, и поэтому не пользуюсь. Хотя, вот, кстати, опробовала не так давно марку Монплатин, и крема у них такие довольно неплохие, я вам скажу. Я пробовала крем для области шеи, и он для меня оказался жирноват. Прям вот сразу комедончики начали выскакивать, вот. А зато сыворотка мне очень даже понравилась, активная лифтинг-сыворотка. Если кому интересно, загляните в Инстаграм, я там показывала распаковку, посмотрите, как это все дело выглядит. Прекрасная вещица. И очень экономично расходуется, и увлажняет, и вот так. Так, что еще? Надеюсь, ответила на вопрос, да? Сыворотки. Вот. Хочу, кстати, попробовать корейский какой-нибудь уход, но, опять же, кто разбирается, подскажите. Я, честно говоря, не знаю, с чего начать, даже вот для того, чтобы познакомиться. Итак, вопрос. Интересно узнать, где брать силы, энергию и вдохновение на ведение блога. Так, на самом деле этот вопрос уже не первый раз слышу и всегда немного удивлена. Честно. Блог. Чтобы вести блог, надо просто желание, честно вам скажу. Если нет желания, то лучше и не заниматься, потому что каждый раз высасывать из пальца какую-то тему, что-то такое, это же мучение. В какой-то момент вы просто озвереете, и вам надоест эта вся тема, и вы все равно бросите. Поэтому для того, чтобы вести блог, нужно для начала определиться. А он вам зачем? Для чего? Если нужна реклама,
вашей деятельности, вашей работы, то лучше всего не выдумывать велосипед, а отдать это кому-то в работу. Ну, то есть, нанять кого-то или знающих людей попросить, чтобы они делали это за вас. То есть, постили там что-то, да, какие-то фотографии за вас делали, и у вас не болела бы голова о том, что, блин, опять что-то надо придумать, и что-то куда-то выложить, и как-то вот это какие хэштеги написать, и какую-то аудиторию проработать, и вот это вот все. А, это головная боль, правда. Если вы горите желанием делиться с людьми интересными фоточками, какими-то своими зарисовочками, идеями и так далее, то здесь как бы вопроса не возникает, где брать силы и вдохновение, правда. Это вот просто из головы. Я, например, всегда сужу по себе. У меня бывает такой бзик, так сказать, что я могу посреди ночи вскочить и что-то записывать, потому что боюсь, что мысли потеряю, и потом забуду и не сделаю. Фоточки, ну, в большинстве своем, сейчас, например, я выкладываю фотки, меня что-то прям как-то, знаете, что называется, поперло на тему аутфиты дня. Мне очень нравится переодеваться, и это вот, знаете, немножечко даже... Я знаю, что сейчас приобрету кучу хейтеров, наверное, которых все еще бомбит от того, что они убеждены, что я ношу 48 размер, но это как бы все равно мне. Смысл в чем? Я понимаю, что есть и вот прям фэшн-эстеты, которые скажут, это неправильно, так нельзя. Да мне фиолетово, вот честно. Я кайфую от самого процесса. Мне нравится учиться сочетать одежду, потому что я не претендую на звание фэшн-блогера или какого-то суперстильного человека. При этом мне нравится пробовать на себе какие-то фишки современные. И мне кажется, у меня получается. Вот ну через раз, но получается, откровенно. Поэтому я призываю, относитесь ко всему с юмором. И полегче, ну серьезно. Чем вот вы будете так вот нагнетать, что что-то придираться к себе и к другим, ничего хорошего из этого не выйдет, ну серьезно. Я стараюсь по жизни быть попроще, во всем попроще. Чем больше ищете проблемы, тем больше они вас находят, поверьте мне. Поэтому да, вот как бы вдохновение, это такая вещь, как это, знаете, вот у поэтов муза посетила. Чаще всего, кстати, меня вдохновение посещает, когда я просматриваю классные профили других блогеров, инстаблогеров, ютуберов. Мне очень нравится, когда люди, ну я не знаю, не то что как бы вот человек со вкусом там и все такое, да нет. Сейчас на YouTube очень много такого, что люди просто копируют друг друга. То есть видят какого-то успешного блогера, у него там, например, не знаю, интерьер в скандинавском стиле, то есть все белые стены там и на фоне какие-нибудь плетеные только корзинки, ни намека на то, чтобы в цвете, цвет был где-то на стенах, потому что человек тупо боится или там, я не знаю, или наоборот он хочет привлечь больше массы людей, а людям приятнее смотреть на белые, видимо, стены в кадре. Я не знаю, но в большинстве своем, вот когда я листаю на YouTube, там ищу какие-то новые идеи, новых блогеров, копирование, мощное копирование. Один другого напоминает, и кажется, что вот у меня прям дежавю. Носит только светлую или пастельных тонов одежду, стены только белые. И вот все одинаково, это скучно, правда. Пропала какая-то, знаете, индивидуальность, что ли. Мне хочется почерпнуть идеи. И я их в основном нахожу-то на Инстаграм. В тех самых красивых фотографиях. Там бывают классные аутфиты на фоне там какой-то красивой природы. Не знаю, антураж это всегда производит впечатление неизгладимое. Поэтому да, я вот бы рекомендовала за вдохновением идти на Инстаграм, серьезно. Если интересно, вот здесь где-нибудь кину несколько ссылок, кем я вдохновляюсь. Да, серьезно. Вот, поэтому нужно искать вдохновение в чем-то красивом. Если в обычной обыденной жизни ничего такого не окружает, то надо искать. Надо искать и вдохновляться, и силы найдутся, правда. Силы находятся сами собой, честно. Я не знаю, откуда их брать. Они просто возникают, когда нужно что-то сделать. Когда вам хочется это делать, найдутся силы. Правда. Ну и вот как-то так. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Так, расскажи немного о своей семье, муже, дочери, как познакомились и так далее. Слушайте, девчонки и мальчишки, по-моему, вот тема знакомства у меня в жизни самая банальная и скучная, поэтому рассказывать-то и не о чем. Вот знакомство в компании, вот и все. А вот в плане мужа и дочки, я скажу вам так, я вообще сторонник того, что существует такая поговорка «Счастье любит тишину».
Я счастливый человек, я могу себя назвать в полной мере счастливым человеком, потому что у меня есть возможность делиться с мужем всем, что я захочу только ему рассказать, и все события в нашей жизни мы тоже делим вместе, и он принимает огромное участие в моем развитии, и я, наверное, тоже влияю как-то на него. И честно признаюсь, наверное, если говорить о муже, то для меня вот сейчас он... О, солнце появилось. Он самый близкий человек, правда. Ну, естественно, после родителей. Он поддерживает меня во всем. И поэтому говорить о том, какой он, я не знаю. Я без него бы не смогла вести канал, наверное. Вот он чем больше видит, что я горю этим, что мне это нужно, мне это нравится, он помогает, он участвует во всем. Он часто оператор в моих видео, где я показываю вам наряды и так далее. Он отвлекает ребенка, пока я снимаю для вас видео, потому что дочь отнимает все мое время. Ну, реально все. И да, без него я бы, наверное, не справилась, я это точно могу сказать. В остальном, я бы сказала так. В моем понимании муж – это партнер на все 200%. И мой муж этим партнером является во всех смыслах. Поэтому в моей семье я не могу сказать, что мы прям вообще никогда не ругаемся и все такое. Да нет, бывает, спорим. Но так, чтобы прям какие-то вот прям огромные скандалы, такого никогда не было. Живем мы с мужем уже больше 15 лет. И, ну, наверное, есть один нюанс, о котором стоит упомянуть. Больше 12 лет мы прожили не в браке. И это мое было убеждение, потому что я никогда не стремилась выйти замуж, меня это никогда не прельщало, я всегда считала, что штампом в паспорте человека рядом с собой не удержать. Ну, серьезно. Очень много пар расходятся уже в первые годы жизни после регистрации, потому что, ну, элементарно понимаешь, что они не подходят друг другу. Поэтому, да, я считаю, что с человеком нужно пожить, с человеком нужно разделить быт для того, чтобы понять, вы реально подходите друг другу или нет. И вообще, я считаю, что нужно обязательно сделать хотя бы один ремонт. Он показывает, кто есть кто. Вот серьезно. Если вы с вашим партнером пережили ремонт, ну, 100% все будет вот так. Серьезно. Вот. А в остальном, да, у меня самый, наверное, понимающий на свете человек, муж. И мы полные противоположности, абсолютные противоположности. Он спокойный, я как ураган. Он очень так все продуманно делает. Я спонтанный человек. И вот это во всем. Как, знаете, была раньше реклама, по-моему, пиво «Дизель», да, вот рекламировали, когда там мы такие разные, но все же мы вместе. Вот это прям про нас, серьезно, мы очень разные. Но именно, наверное, вот эта разность характеров, она помогает нам быть вместе, и он для меня идеален. Дочь, ну, опять же, вот признание на камеру, я никогда не мечтала о детях. Честно. И я себя не видела матерью вообще. Серьезно. Я не думала, что вообще у меня когда-то появятся дети. И нет, я не карьеристка, я просто не знала, ну вот, ну ребенок, и что, что, что будет? Мне казалось, что моя жизнь поменяется настолько, что все мои привычки уйдут в прошлое, и мне придется менять себя. На самом деле ничего подобного, правда. Я запланировала ребенка просто потому, что в какой-то момент мы с мужем поняли, что что-то нам не хватает. Ну вот правда. То есть вот мы вроде вдвоем, да, и все хорошо, но уже настолько готовы поделиться этим еще с кем-то. Вот и я даже не знаю. Желание завести ребенка – это в первую очередь ассоциация с тем, что вы готовы поделиться любовью и заботой с кем-то. Вот хочется это подарить кому-то. И да, дочь была запланированная. Я знала, что будет первый ребенок у меня дочь еще за года два, наверное, до того, как она появилась. И как мы вообще ее запланировали. Потому что, вот не знаю, женщина, мне кажется, всегда это чувствует. И были много таких вот каких-то событий, которые предвещали мне, что будет первый ребенок у меня дочь. Это точно. Вот, насчет второго, третьего и так далее, я пока промолчу, я не буду распространяться об этом, вот, но, тем не менее, дочь я безумно люблю, и имя я хотела ей всегда именно такое, Ева, и, честно признаюсь, у меня уже есть имя для сына, я надеюсь, что когда-нибудь у нас будет еще и сын, вот, поэтому, да, вот как-то так, я счастлива, что у меня есть моя семья, мой муж и мой ребенок, это мой мир. Вот вся моя жизнь сейчас вертится вокруг них.
И в блоге я с вами делюсь тем, что есть еще помимо вот этой вот маленькой жизни. Вот, надеюсь, ответила на вопрос. Что-то побольше рассказать? Я не знаю, честно, и не умею, наверное, об этом красиво говорить и рассказывать уже, как мы познакомились там где-нибудь во Франции там, и так далее. Да ничего такого не было, на самом деле. Все просто и банально, как у всех, наверное. Просто мы нашли друг друга и вот счастливы в браке. Но что-то рассказывать о наших личных отношениях, я не вижу никакого смысла, серьезно. Ну, правда, зачем? Так, что еще? Сделайте рум-тур квартиры, покажите, где храните вещи и декор. Так, декор. Весь декор я храню вот в таких вот шкафах. Вот позади меня это шкаф мужа. Да, мы на лоджии нагородили себе здоровенные шкафы в пол, которые разделены на две минимум секции, то есть верхняя и нижняя. И вот такой же точно шкаф с обратной стороны стоит. Он заполнен, верхняя часть его, моими всеми вот этими, что называется, как их муж называет? Приблуд для украшения, да. Вот там все. Я постараюсь вам открыть этот шкаф и показать, сразу скажу, не пугайтесь, там очень много всякого барахла, и я все это люблю, правда. Но хранить все мои покупки из фикс-прайс и так далее, нет, я не храню, как я уже говорила миллион раз. В большинстве своем они кочуют к подругам, друзьям, к родственникам, к маме, да, вот как бы. И у себя я оставляю только то, что мне особенно полюбилось, наверное, и что еще планирую использовать когда-нибудь. Вот, поэтому, да, шкаф покажу, вот где-нибудь вот здесь, вот вы увидите, что там внутри творится. На самом деле, там, помимо вот этих всяких штук для украшения, для декора, лежат, по-моему, новогодние все вот эти прибамбасы для украшения. Я для удобства разместила все в больших пластиковых коробах. В прошлом году, в канун Нового года, я очень хотела снять для вас обзор на мои новогодние игрушки, на всю мою коллекцию, но так мне и не удалось. Надеюсь, в этом году удастся показать вам это видео. То есть оно отснято, но вот сейчас просто не по сезону его вам показывать. Поэтому ближе к Новому году я обязательно его в этом году вам покажу. У меня солидная коллекция игрушек, и да, я маньяк, я помешана на новогодних игрушках и украшениях еще с детства. Дело в том, что мой дедушка, которого, к сожалению, с нами уже нет, он тоже любил вот эти все украшения, и мама говорила, что когда я была маленькая, он подарил несколько коробок с новогодними игрушками. Они у нас, вот, ну, естественно, всегда были на елке. Пока их не уничтожили крысы. Да, мы в первой своей квартире, когда жили, были маленькие. Игрушки хранились в подвале. И вот эти игрушки погрызли все крысы. Жаль, я вот в памяти у меня остались все эти игрушки, я помню всех этих вот на прищепочках принцесс, солдатиков, все это было очень красиво. И я стремлюсь сейчас найти вот эти винтажные игрушки и ими заполнить свою коллекцию, чтобы потом в дальнейшем все это передавать моим детям. Очень хочется, чтобы они помнили, и я обязательно расскажу им о моих ассоциациях, зачем и почему. Вот, поэтому как-то так. Рум-тур по квартире. Слушайте, мне кажется, вы уже все миллион раз были у меня в квартире. Может быть, не прям вот целиком, да, но частями-то точно. Поэтому показывать прям все как есть, я не знаю, смысл есть вообще или нет. Потому что у меня обычная такая однокомнатная квартира. Если прям очень интересно, то давайте я лучше отдельное видео сниму рум-тур и покажу вам все подробненько. А так, скажу вам только, что вот для однокомнатной квартиры у нас вполне себе типичная планировка. И просто мы вместо кухни сделали комнату, а зал, потому как он у нас большой, порядка 19 квадратов, мы туда встроили кухню, и есть гостевая часть, где мы, собственно говоря, проводим больше всего времени. Вот как бы и все. Я никакой не дизайнер, я больше всего предпочитаю комфорт, и поэтому, исходя из этого, я всегда стремлюсь обустроить пространство вокруг себя. Поэтому, если прям правда интересно, ну, я сниму отдельное видео. Хорошо? Напишите прямо под этим. Что дальше? А дальше давайте посмотрим. Добрый день. Кем вы работаете и куда любите ездить отдыхать? Так, кем я работаю? Понятно, что организацию я вам сейчас не буду называть. Скажу только, что я начальник одного из подразделений в государственном колл-центре. Да, поэтому я всегда обращаю внимание на то, как разговаривают люди, насколько четкая речь, правильная интонация и так далее. Это для меня важно. Но сама я считаю, что делаю довольно много ошибок, кстати. Но я стараюсь сама над собой работать. Я читаю, да, читаю. Вот, и... ну, не знаю. Мне кажется, работа это вообще... ну, мало
как она отражает человека. Вот опять же, это мое сугубо личное мнение. В жизни я очень творческий человек, и с работой к моей, к сожалению, это не связано, кстати. Но, тем не менее, работу я свою люблю, потому что я очень много общаюсь с людьми. У меня очень классный коллектив, серьезно. Все молодые, и как бы вот, ну, наверное, возрастной диапазон от 25 до 35, наверное, может быть, чуть постарше даже. Не скажу, что мы слишком разные в возрасте. Все примерно в одном диапазоне, и нам очень интересно, мне кажется, общаться. Вот. Вообще, я считаю, что на работе самое главное и важное – это коллектив. Если вам в коллективе некомфортно, на работе вам тоже будет некомфортно. Ну, серьезно. Каким бы ни был человек, социопатом и так далее, да все равно, так или иначе, мы живем в обществе, и поэтому работа занимает 80% нашего времени, да, вот 8-часовой рабочий день. Это весь, наверное, весь день, можно сказать, мой, проходит на работе. И поэтому люди, с которыми я работаю, для меня важны уже как семья. Поэтому, да, вот я начальник маленького подразделения, да, никакой не какой-то большой руководитель и так далее. Свой бизнес я пока не построила, хотя мысли вообще есть. Не знаю, соберусь я когда-нибудь или нет. Вот, и да, есть у меня мысли о том, чтобы попробовать себя еще кое в чем. Если все удастся, то, может быть, в скором будущем вы еще что-нибудь узнаете о моей работе. Так, куда люблю ездить? Люблю ездить туда, где солнце, море, пляж. Вот так вот все просто и банально. Хотя езжу на самом деле редко, и не была я уже довольно давно, потому что большие изменения были в моей жизни за прошедшие несколько лет. Опять же, покупка жилья, устройство на новую работу, потом ребенок, и вот декрет, и все. И как-то вот я выпала немножко из этого самого отдыха. И да, у нас сейчас в планах смена места жительства. Уже я говорила как-то об этом. Квартира – это временное жилье. Мы сейчас занимаемся тем, что подыскиваем дом. Я мечтала о доме, муж мечтал о доме. Мы оба выросли в частных домах, и жить в квартире таким людям, как мы, очень сложно. В первую очередь, признаюсь честно, бесят соседи. Серьезно. У нас в подъезде вот как-то так случилось, что... Ну, в общем, мы обнаружили, что вот конкретно в нашем подъезде в основном это молодые семьи. И молодежь такая, я вам скажу, активная. То есть вот в 2 часа, в 3 часа, в 5 утра можно услышать легко музыку за стеной, и как бы это нормально. А еще очень много собаководов, которые любят также, видимо, путешествовать и благополучно оставляют своих питомцев без присмотра. Соответственно, питомцы эти лают, воют, и вот этот вот беспредел, это какофония звуков, честное слово. Поэтому, да, хочется тишины. И мы сейчас подыскиваем дом, чтобы переехать, и вот как-то так. Это как раз вот для меня, кстати, новый дом, это то место, где я буду отдыхать, да. И да, конечно, я люблю ездить к родителям в гости, сейчас уже в гости, можно сказать, потому как вот уже сколько я, наверное, около 20 лет, нет, что-то я вру. Ну, в общем, в Тюмени я живу, наверное, чуть больше 15 лет, и то есть это как бы вдали от родителей на самом деле. Не так, чтобы сильно вдали, за 300 километров, но тем не менее, да, сейчас я все реже бываю у них, потому что работа и вот моя маленькая семья занимают у меня максимум моего времени. Хотелось бы больше проводить времени с родителями, но в идеале, честно, я мечтаю, чтобы они переехали в Тюмень. Вот прям мечтаю, да. Вот, мам, если ты посмотришь это видео, услышь меня, пожалуйста. Мне очень сильно вас не хватает, и я была бы счастлива, если бы вы жили где-то здесь рядом, и у меня бы появилось больше возможностей и прийти в любой момент, и побыть с вами, и пообщаться, и вот, ну, серьезно. Не хватает этого времени, и по телефону не наговоришься, и вот это моя грусть-печаль, да. И как-то так. Вот, собственно, пока это все, я и так затянула видео ужасно, поэтому готовьте еще вопросы, и давайте мы условимся, например, под каким-нибудь еще видео, или можете прямо под этим видео оставлять вопросы, на которые вы тоже хотели бы получить ответы, и я с удовольствием подготовлю часть 2 вот такого вот видео болтологического. Разговариваю я, кстати, мне кажется, быстро. Но для тех, кто не знает, это особенности диалекта. В Тюмени, вот поверьте мне, все практически разговаривают очень быстро. И часто, когда ко мне приезжают братья, например, из того же Новгорода, они говорят: «Воу-воу, потише, ты очень быстро разговариваешь». При этом я действительно не могу дождаться, пока у меня брат договорит мысль.
Вот это просто реально особенности диалекта. Поэтому, если вам сложно слушать, ну, простите, извините, но вот я такая. Измениться, ну, навряд ли. Все-таки мне уже 35, и да, я большую часть жизни вот такая. Затем я буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной на протяжении всего этого видео. Надеюсь, досмотрели его до конца. И я очень надеюсь, что у вас есть какие-то вопросы еще, и вы ими поделитесь со мной прямо под этим видео. Увидимся с вами в следующих моих обзорах. И заглядывайте ко мне на Инстаграм. Я уверена, вы тоже найдете для себя много интересного и там. Вот, ну и до встречи в следующих видео. Всем пока!